Пришла весна, пошла зеленая травка. Посмотрите, как жадно поедает ее лошадь без разбора, вырывая прямо с прошлогодней целыми клочками. И тут как раз кроется опасность. В очень многих хозяйствах уже практически не осталось сена. Да, лошади и животные уже не хотят его есть. Идет какая-то непонятная экономия. Хотя все равно от старого сена избавляться приходится. Вот. И бывает такое дело, что животных кормят очень мало или вообще не кормят уже сухим сеном. Стараются быстрее выгнать на траву. Тем более, что трава есть и, в принципе, животное уже может наесться. Посмотрите, как она жадно хватает ее. Но сейчас трава отрастает, не вся хорошего, так сказать, качества. Очень много отрастает травы ядовитой. И если животное не покушало сено, выпущено на пастбище голодным, она вот так вот жадно, без разбору все трамбует в себя. И я как бы не сочиняю, это факты, зафиксированные научной литературой еще в Советском Союзе. Случаются даже массовые отравления животных, вот таких вот выпущенных голодными на весеннее пастбище. Тасенька, моя красавица. Каждый животновод обязан просто знать ботанический состав своих пастбищ, своего сенокоса. Ну вот для примера я вам покажу. Смотрите, прекрасный молодой зеленый клевер отрастает. Здесь животное буквально не отлипает от этих мест. Жора, тут нету ничего для тебя. И вот среди них вкраплен лютик. Видовое название я вам не могу сказать, какой-то из лютиков. Они все ядовиты. Вот еще вот прямо в клевере. Вот клевер и вот лютик. Сейчас вам прямо покажу листик. Это листик лютика. В нормальном состоянии, когда животное вполне сыто, оно перебирает всякие травочки, нюхает. Лошади очень щепетильны в этом плане. И она не будет хапать все подряд. Но вот если животное истощено, голодное, выпущено на пастбище ненакормленным, она может вот так вот просто раз и схватить вместе с клевером вот этот лютик. Конечно, однократно это ничего страшного не произойдет. Но если она попасется несколько часов на таком пастбище, она может нахвататься количество достаточного для того, чтобы отравиться. Вот опять же я говорю, я не сочиняю. Это из научной литературы факты. По счастью, наш Начкон, очень мудрая женщина, она всегда кормила лошадей как на убой. Поэтому у нас таких случаев не случалось. Ну, за редким исключением каких-то колик непонятной этиологии. Тасечка. Впрочем, и поедание клевера, вот такой мокрого, холодного весеннего клевера, тоже может вызвать расстройство желудка и колики, и вздутие, и неприятные последствия. Поэтому мой вам совет: не выпускайте животных на вот такие ранние весенние пастбища ненакормленными. Не пожалейте этого чертового клочка сена. Бог с ним, оно не так дорого стоит, как животное. Не выпускайте животное голодным. Вот. Вот что я вам хотела сказать. Боится собаку. Но без нас она далеко не уйдет. Еще одна несъедобная травка, которая приходится на март. Вот это будра плющевидная. Опять же, скрытая в злаках, может быть поедаема и вызывать кишечное расстройство. Она лекарственная, но в пищу принимать нельзя, она ядовитая.
Еще одна опасность весенних выпасов – это всякие бродяги на пугающих тарантасах. Я уже несколько раз ловила кобылу на пути за границу из-за таких вот тарахтунов. Очень страшно, особенно когда дует ветер. Я вез попу колет. Только взгляните, как выглядит, как хищные трифиды. Побеги простого хмеля в зарослях пурпурной яснотки. Какие стрелы. Это пустырник пробивается. Очень полезная сердечная травка, но она очень горькая, ее плохо едят. Вот еще одно ядовитое растение вам нашла. Это чистотел. Вот лютик и чистотел. Это тоже ядовитое, едкое растение. Может вызвать отравление. В нормальном состоянии его не едят. Но вот голодное животное может нахапаться. И в заключение вот эти вот прекрасные нарциссы. При поедании их листвы могут вызвать судороги у животного. А также тяжелое отравление. То есть они несъедобны, их поедание надо пресекать. В заключение всего вышесказанного хочу показать вот эту книгу, которая у меня есть. «Кормовое отравление сельскохозяйственных животных» Вильнера. Старая книга, не помню, где ее взяла. Вот, принадлежала она Дадаеву ЯМ, личная библиотека, август 68 года, Алма-Ата. Какой-то ветеринар, возможно, или зоотехник. Очень интересная книга, будет интересно зоотехникам. Довольно большой список растений, оказывается, которыми могут животные отравиться. На самом деле, при обильном поедании. В общем, если кому интересно, в больших библиотеках, я думаю, такие книги присутствуют. И вообще... держателю животных это будет не лишнее узнать, изучить. Тут и лечение, и симптомы. Симптоматика, кстати, отравлений совершенно разная. Это может быть какие-то нервные явления и судороги, и вы совершенно не поймете даже, что это пищевое отравление на самом деле. Вот. Книга обстоятельная. Ну, вот такими средствами вы можете еще пользоваться, чтобы усовершенствовать свои знания в зоотехнии.